Дорогие друзья, всем здравствуйте! Всем здравствуйте! Это программа «Лучшая в Краснодаре». Меня зовут Евгений Бондарь. Многие зрители, очень внимательные зрители, могли заметить, что рядом со мной находится елка. Почему? Да потому что Новый год. Новый год – любимый праздник. В новом году все будет совсем не так, как в прошлом. Все будет лучше, 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 лучше. Именно поэтому «Лучшая в Краснодаре» в новом году тоже будет лучше. Начнем прямо с сегодняшнего нашего эфира. Вас придут поздравлять разные гости. Гости, которых вы многих знаете, многих не знаете. Это будет для вас сюрпризом. Начнем с первого сюжета, а дальше сплошь и рядом поздравления. Поехали! О плюсах малоэтажного строительства в нашем городе знают далеко не все. А ведь их немало. Давайте прямо сейчас подробно об этом поговорим. Один из плюсов – не придется долго ждать окончания строительства. Очевидно, что чем меньше этажей, тем быстрее сдача в эксплуатацию. Например, срок строительства такого дома – не более года. Дом кирпичный, надежный, а главное – построен по самым современным стандартам. К плюсам также относится индивидуальная котельная. Вы буквально сможете сами определять, когда начинать и заканчивать отопительный сезон. И это существенно сэкономит ваши средства. Конечно, стоит обратить внимание не только на дом. Наличие 240 парковочных мест гарантирует вам беспроблемную парковку, а благоустроенные детские и спортивные площадки позволят проводить время на свежем воздухе с удовольствием и пользой. Не забывайте, что приобретение квартиры – это не только необходимость, но и выгодная инвестиция. Тем более, что страховка при строительстве по 214 федеральному закону обеспечивает ваши инвестиции надежными гарантиями. Жилой комплекс «Добрый» — это 11 трехэтажных домов, закрытая территория с собственной инфраструктурой, парковочные места, детские и спортивные площадки. Жилой комплекс «Добрый». Звоните 8 800 250 90 79. Программа «Лучшая в Краснодаре» сегодня новогодняя, именно поэтому наши артисты сегодня тоже новогодние. Арт-группа «Ларго». Мне хочется белого снега, морозного синего дня, чтоб кони лихие с разбега в поля уносили меня. Белый, белый, белый снег, белый снег, ветер за плечами. Белый, белый, белый снег, белый снег, снится мне ночами. Кухня – пожалуй, самое важное место в доме для каждой хозяйки. По статистике, женщина проводит у плиты в среднем 5 лет своей жизни. И чтобы эти 5 лет были счастливыми, кухню нужно выбирать очень тщательно. Придя в салон, обратите внимание не только на наличие большого выбора, но и на производителя. Определиться с конкретной моделью вам поможет ваш вкус и, конечно, опытный продавец-консультант. Стоит обратить внимание на новое направление в дизайне кухонных гарнитуров. Модерн и классика, совмещенные в одной модели, эксклюзивные стекла, буфет, оригинальные ручки сделают вашу кухню неповторимой. Функциональность и изысканность, красота и передовые технологии, а также экологически чистые материалы, используемые в кухонных гарнитурах, удовлетворят потребности любого покупателя. А опытные дизайнеры помогут вам подобрать встраиваемую технику ведущих европейских производителей и разработают индивидуальный дизайн-проект совершенно бесплатно. Студия мебели «Андорра» предлагает красивые, модные и высококачественные кухни. Улица Новороссийская, 201А, торговый центр «Атма». Студия мебели «Андорра» – эксклюзивные кухни по доступным ценам. Еще немного хорошей музыки специально для вас, специально в Новый год от Эдуарда Григоряна и Самвела Айрапетяна. Thank you.
вашей жизни намечается важное событие, свадьба, день рождения или корпоратив, самое время подобрать подходящий ресторан. Чтобы любое торжество прошло идеально, вам наверняка подойдет ресторанный комплекс, расположенный прямо на берегу озера. В таком месте ваши гости будут чувствовать себя комфортно, наслаждаясь прекрасным видом. Если вы ожидаете много гостей, то банкетный зал на 450 мест как раз то, что вам нужно. Его богатый интерьер и безупречное обслуживание сделают вечер незабываемым. Другой зал, расположенный на первом этаже, подойдет для компаний поменьше, до 100 посетителей. Стильный дизайн, приятная теплая атмосфера порадуют самого требовательного гостя. Одна из особенностей нового ресторана – просторная веранда. Она расположена так, что у посетителей будет прекрасная возможность провести вечер за столиком прямо на берегу озера. Кроме того, ресторан порадует гостей собственной парковкой на 80 автомобилей. И еще, все это находится в самом центре города. Роскошные залы ресторанного комплекса «Ривьера» на 450 и 100 мест идеально подойдут для торжества любого уровня. Безупречная русская, европейская и кавказская кухни, собственная большая парковка и живописный вид на озеро. Ресторанный комплекс «Ривьера», Дмитриевская дамба, 8. Друзья, в новогоднем выпуске «Лучшее в Краснодаре» для вас выступит группа, которую я даже не буду представлять. Во-первых, потому что их и так все знают, а во-вторых, потому что я... забыл название. Встречайте! Допустим, вам необходимо купить бытовую или компьютерную технику, а у вас, как у человека занятого, совершенно нет времени ездить по магазинам. Эту проблему с легкостью решит электронный дискаунтер. Чтобы совершить покупку, нужно всего лишь зайти на сайт, выбрать нужную категорию товара и сам товар. Вам даже не понадобятся продавцы-консультанты, ведь здесь есть и подробный обзор товара, и отзывы покупателей. После того, как вы решили, что именно будете покупать, можно заказать доставку. Также вы сможете забрать покупку самостоятельно из офисов, расположенных в нескольких районах города и по краю. Когда вы придете в магазин, ваша покупка уже будет ждать вас. Просто предоставьте оплаченный чек и получите товар. Пользуясь электронным дискаунтером, вы сэкономите не только время, но и деньги. Ведь товары в таких магазинах стоят дешевле, так как нет затрат на большие торговые площади и армию продавцов. Кстати, совершая покупку в таком магазине, вы получаете дополнительные бонусы, участвуя в клубной программе. Удачных вам покупок! Так, нам еще подарок Вовке успеть купить. И желательно подешевле. А, ты что, в труселях по магазинам собрался? Я в труселях. Уже в магазине. И уже нашел... подешевле. А кто покупает в январе, тот поступает мудро. Например, смартфон Asus за 11 490. Подробности на citylink.ru. Друзья, Новый год — время такое, когда хочется делать все как-то по-другому, оригинально. Вот мне, например, захотелось вдруг говорить стихами. С Новым годом, друзья, поздравляю вас я и народный казачий квартет «Кумовья». Нет, Дед Мороз, погоди.
Знаете ли вы, что в нашем городе можно пройти курс лечения у остеопата и привести в порядок зубы сразу в одном месте? Мы убедились, что такое возможно. В по-настоящему уникальной клинике придерживаются правила, что пациент главный, поэтому создают все необходимые условия для комфортного оздоровления. Звучит релаксирующая музыка, радует глаз картины лучших отечественных художников. Наличие в клинике технической лаборатории позволяет изготовить протезы любого уровня сложности. Вам не придется беспокоиться за свою улыбку, если с вами работают исключительно профессионалы. Три кандидата меднаук, а доктор-остеопат с европейским дипломом. Для тех, кто не знает, что такое остеопатия, раскроем секрет. Это работа с сердцем, руками и совестью. Возможность укрепить не только тело, но и дух. Когда мне тяжело становится, я обязательно прихожу и после курса остеопатии чувствую себя значительно лучше. Дружный коллектив в клинике тоже немаловажен, так как создает доброжелательную атмосферу. Конечно, к каждому клиенту индивидуальный подход. Приходите улучшать свое здоровье всей семьей, и вам помогут справиться с многими проблемами. Клиника Прокофьевых. Комфортные условия для взрослых и детей. Действует программа «Антиспид» и «Антигепатит». Три кандидата наук. Доктор-остеопат с европейским дипломом. Клиника Прокофьевых. Уникальная клиника. Новогоднее настроение в нашей программе создается несколькими способами. Во-первых, моим хорошим настроением. Во-вторых, конечно же, присутствием елки и, конечно, присутствием наших артистов. Трио «Нежен». Новая квартира в новом экологичном микрорайоне – идеальный вариант для комфортной жизни. Почему? Предлагаю разобраться прямо сейчас. Новый микрорайон – это прежде всего современная, хорошо продуманная инфраструктура. А значит, стоять в пробках не придется, а припарковать машину всегда будет где. С появлением собственных детских садов, школы и поликлиники все станет близко, удобно и доступно. Не забывайте, что новый микрорайон – это еще и спортивные и детские площадки в каждом дворе, что, безусловно, добавит комфорта. Самое главное, конечно, качественные дома. Монолит-кирпич с улучшенной звуко- и теплоизоляцией поможет сэкономить ваши деньги на отоплении и электроэнергии. Керамический кирпич, использующийся при строительстве, надежен, экологичен, выглядит эстетично и солидно. А просторные квартиры с современной планировкой от 46 до 83 квадратных метров смогут удовлетворить любого покупателя. Теперь, когда вы знаете, почему квартира в новом микрорайоне – это то, что вам нужно, остается только одно – купить ее и жить в свое удовольствие. В микрорайоне Казанский. Квартиры за 7700 в месяц. Неземная выгода. Надо брать. Добро пожаловать. Подробности по телефону 243-28-28. Друзья, это по-прежнему программа «Лучшая в Краснодаре», и я ее, ну, сегодня не ведущая, а конферансье Евгений Бондарь. Для вас выступит коллектив «Инака Бэнд». We'll be right back.
Есть у нас такая рубрика, дорогие друзья, в которой мы проверяем самые простые советы из интернета, которые потом могут пригодиться вам в жизни, если они, конечно, работают. Предлагаю посмотреть следующий совет, а потом проверим его в действии. Итак, чтобы наточить тупой кухонный нож, нам нужно сначала проверить, тупой ли он. Этот достаточно тупой и порвать бумагу порвет, порезать не порежет. Берем кружку и пробуем наточить его до состояния острого-острого ножа. Некоторые эксперты говорят, что наточить его очень остро не получится, так как кружка это все-таки вам не точильный камень, нам точильный камень. Конечно, из кружки потом можно будет даже пить, эстетически она будет выглядеть не столь привлекательно, как после покупки, но зато у вас будет дома острый нож. Итак, самое время попробовать его в действии. В общем-то, надо еще поточить. А что вы хотели? За 20 секунд? Вроде бы я все делаю совершенно правильно. Кстати, угол заточки ножа должен быть 27 градусов. Откуда я это знаю, не спрашивайте. Должно все получиться. В общем-то, режет. Режет и значительно лучше, чем в начале. Прямо так и сказать, самурайский нож получился. Друзья мои, совет работает, вполне себе может вам пригодиться в случае, если у вас затупился нож, а нету точильного камня. Кружка наверняка окажется под рукой. Пробуйте, пользуйтесь. В следующий раз, следующий совет. Жаль, что эта программа заканчивается. Вообще-то в конце каждой программы я говорю, что жаль, что эта программа заканчивается. Совершенно искренне, правда, об этом жалею. Но есть и плюсы. Плюс в том, что она начнется снова и снова и снова и снова и снова, буквально завтра. Друзья, я всех поздравляю с Новым годом, желаю всем счастья, добра и любви. Всем удачи, пока!